Крупнейшему танцевальному коллективу Тамбовской области 50 лет. Народный ансамбль «Цвета радуги» от новичков до чемпионов. В материале Александра Титова. Галина Такфатуллина – танцор не по профессии, а по призванию. Несмотря на преклонный возраст, она продолжает регулярно тренировать детей, направляя их первые, пока еще робкие шаги на пути ритма и грации. Именно благодаря Галине Владимировне 50 лет назад в Тамбове появился танцевальный коллектив, который уже через несколько лет был признан народным ансамблем. Танцевальный спорт в Советском Союзе в виде спортивно-бальных танцев появился 60 лет назад. В Тамбов его привезли позже, и в этом заслуга Галины Такфатуллиной. По службе мужа я жила в Германии, а там уже проводились чемпионаты Европы и мира по спортивным танцам. И я случайно попала на такой турнир. Мне это очень понравилось, я поняла, что это мое, что мне это очень нравится. И стала ходить заниматься в городе Липецк в такой школе. Переехав в Тамбов, Галина Владимировна устроилась балетмейстером во Дворец пионеров. Спустя год, в 1967 году, лучшие танцоры Тамбовщины подготовили выступление к 50-летию советской власти. Так зародился ансамбль «Цвета радуги». Сейчас в танцевальном клубе ежегодно занимается около 100 человек. Здесь есть и дети совсем юного возраста, и подростки, и уже совершеннолетние участники. Многие из них неоднократно участвовали в конкурсах и становились победителями. Илья Русинович танцует уже больше 10 лет, представляет Тамбовскую область на чемпионатах России, а сейчас вместе со своей партнершей помогает тренировать подрастающее поколение. Я закончил хореографическое училище, и сейчас я пробую себя в качестве педагога. Спортсмены коллектива тренируются с полной самоотдачей и увлечением. Именно это помогает им добиваться новых высот с самых ранних лет. В этом также большая заслуга тренерского состава и руководителя «Цветов радуги» Сергея Прохорова. В последние несколько лет мы ориентиры и большие ставки делаем на наше подрастающее поколение. Ребята уже стали шестикратными чемпионами Российской Федерации. В самое ближайшее время мы примем участие в очередном чемпионате первенства страны по танцевальному спорту. Я уверен, что нас ждет успех. Юбилей «Цветов радуги» – событие грандиозное и масштабное. К подготовке праздничной программы подходит со всей серьезностью. Мероприятий запланировано несколько. 3 декабря пройдет всероссийский турнир по танцевальному спорту, 23 декабря – праздничный юбилейный концерт. Одно из заключительных мероприятий – открытое первенство Тамбовской области, куда пригласят спортсменов из соседних регионов. Александр Титов, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей.